Выемка была, но тем не менее она была не такой глубокой, как вы видите сейчас. Что, возможно, привело к повреждениям бампера. То есть теперь вам надо ущерб возместить. В всяком случае, моральной точки. Вы депутат, что бы вы сказали по этому поводу? Вот ваше мнение. Здесь приходится постоянно проезжать, и чувствую, что этим и должно было закончиться. Угу. Кстати, вот эти вопросы не раз мы поднимали на заседании, когда строители оставляют после себя либо не до конца заделанную яму, которую они делали для технологических нужд. Вот этот вопрос не раз поднимался, и поэтому то, что мы видим, это вот... Вопрос не решается. Закопали абы как, и все, и это не в одном месте города Кингисеппа. Ну, сейчас еле проехал, все бы тоже оторвал там что-нибудь. Если сейчас ущерб был бы какой-то... Эта компания, она по договору обязана нести ответственность за вскрытие там грунта, как правильно сказать, да? И обязана привести все в надлежащий вид, так как это выглядело до ее вмешательства. То есть и должны были заложить асфальтом? Конечно. То есть все полностью... Здесь был асфальт, но вы видите, здесь же выпилен асфальт, снят, просто засыпано щебнем. Возможно, это было, делали зимой, либо поздней осенью, поэтому решили, наверное, по весне закатать асфальт. Угу. А вы не знаете, что за компания вообще занимается у нас в городе таким? Это компания, наверное, какой-то подрядчик был, кто здесь работал. Понятно. Ждали, наверное, весны, я думаю, так они и скажут.